Два ряда. Страшно сказать. 96 пар обуви. В моем шкафу. Девочки, хочу показать. Один шкаф только я достала обуви. Не могу ночь, время 3 часа ночи, муж там спит, скрепить коробками. Вот это вот у меня только с одного шкафа. Посмотрите, что делается. Смотрите, сколько коробок. Это же нечто. Видите? И сколько обуви без коробок еще. Примерно столько же. Целый магазин будет во втором шкафу. Сейчас ради интереса вместе посчитаем. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Пока 65 коробок. Ёб твою мать. Это я должна все пересмотреть, перемерить. Кстати, у меня еще туфли лежат. Видите, по две пары в одной коробке. Видите, две пары в одной коробке. Мама дорогая. Вот как-то так. Потом завтра залезу во второй шкаф. Видите, что делается? Вот так вот и живем. Девочки, вот такие кроссовочки с камушками, розовенькие, симпатичные. Видите? Девочки, вот такие вот блестявые кроссовочки. Кроссовочки, видите? Девочки, очередные кроссовочки для девочек. Видите, с камушками тоже. Вот в кабинах красивые, коричневые, эти какие тоже новые, еще не отделанные. Девочки, это кроссовки Рибок, фирменные, эти натуральные, еще одни кроссы. Не помню, чьи, не помню, где. Тоже не дурненькие. Очень ничего. Девочки, такие высокие, черные. Люблю высокую обувь. Тоже они мне очень нравятся. Видите, какие высокие кроссовки. Девчонки, кроссовки продолжаются. Очень даже, я бы сказала, не дурные.
Следующая композиция из кроссовок. Тоже высокие, белые. Люблю, очень люблю высокие кроссовки. Девочки, очередные кроссовки. Тоже новье практически. Тоже смотрятся очень. Они очень легкие, очень удобные. Тень какая-то падает, как будто бы они грязные. Ну, я извиняюсь за освещение. Время 3 часа ночи. Как могу, так и уже снимаю. Теперь вот такие. Вот такие симпатичные, зелененькие кроссовочки. Вот такие вот кроссовочки тоже еще не деланы. Легкие. Я их покупала под дождевичок. У меня есть очень красивый такой ярко-салатовый дождевичок. Плащик. Вот они мне попались на глаза под этот плащик. Девочки, еще зелененькие кроссовки вот с такими бантами. По-моему, тоже я их еще не успела одеть, не знаю просто куда. Думаю, может, банты эти отрезать, может, оставить. Еще подумаю. Девчонки, вот такие красные кроссовки. Думаю, что у них там кататься на велике, на самокате, самый самолет. Они тоже очень-очень легкие. Ну, девчонки, теперь пошли ботильоны. Кроссовки еще попадутся, но пока ботильончики. Вот такие замшевые ботильончики. На низком каблучке с камнем. Девочки. Еще одни ботильончики. Тоже замшевые. С бантами. Такими симпатичными петельками. Видите? Девочки, очередные ботильончики. Сзади на замочках, на пяточках. Кожаные уже. Видите, вот такие. На сплошной подошве. Уже. Тоже с бантиками. Я вообще люблю все гламурненькое. Девочки, очередные ботики. Вот такие уже довольно-таки сильно высокие на такой толстой подошве. Тоже мне очень они симпатичные, нравятся. Девочки, очередные ботильоны с такими блестявыми языками. Они мне очень нравятся. Они очень украшают мне ногу. Сейчас заметила, что у меня очень много черной обуви. В общем, вот такие вот. Так, девочки, пошли смотреть балеточки. Балеточки из пайеточек. Очень такие летние. Ну, носочки одеваю, чтобы в колготках жарко, чтобы обувь легко одевалась. Поэтому показываю все в носочках. Вот такие из пайеток. Девочки, как вам балеточки? С жучками. Замшевые, синенькие, такие холёшенькие жучочки на них. Смотрите, какая прелесть. Какая прелесть на лето. Гулять по нашему парку. Очередной шедевр. Балеточки. Мягкие, как тапочки. Если куда-то попереться, по магазинам, прям просто красота. Смотрите. Вот такие. Очень культурные балеточки на пробковой подошве. Лакированные. Прям красотища. Нежно-голубого цвета. Смотрите, даже можно... Чуть ли не на выход, чуть ли не для ресторана. Очень хорошие качества. Да у меня вся обувь. Зулю, шмулю я не покупаю.
Видите, какие симпотные. Обувь вся очень удобная, комфортная. Вот такие, девочки. Цвет называется нижнятина. Как вам? Очень даже на лето гламурненько. Видите, какой красивый цвет. Васильковый цвет. Девчонки, я уже устала. У меня конца и края нету. Но я сама, если честно, всю обувь позабывала. Я сейчас хоть все вспомню. Хорошенький, хорошенький цвет. Очередные туфельки. Такого нижнятинского розовенького цвета с бантиками. Лакированные, видите? Так, вот такие. Девчонки, как вот такой цвет. Смотрите, как симпатично. Лето. Пела и плясала. Только в поле с одуванчиками бегать. Красота. Девчонки, как вам такие балеточки? Черный замш с такими красивыми бантиками. Они, кстати, внутри, посмотрите, тоже так же отделаны зеленым горошком. Видите, как симпотно. Очень даже такие девчачьи. Девчонки, как вам такие балеточки? Черненький, с бантичками. Я показываю сидя, потому что я, честно сказать, я уже устала. Лакированные. Вот такие вот. Какая милота, да? Вот это туфельки. Милота милотная. Муси-пуси. Видите, какая прелесть. Девочки, вот такие туфельки. Таких у меня, по-моему, два цвета. Видите, как симпатичненько смотрится. Девчонки, красный замш. Балеточки. Тоже новье. Девочки, балетки. А-ля сороковые. Смотрите, все переливаются. Видите? Вот такие симпатичные балеточки. Девчонки, очередные тапочки. Ну, балеточки. Ну, очень легкие. Очень комфортные прям. Тоже можно хоть под что, черно-белое, это, как говорится, классика жанра. Вот такие балеточки. Девчонки, очень я люблю джинсовки. У меня их тоже миллион. И под каждую джинсовку у меня есть свои джинсовые, как их назвать-то, штучки. Смотрите, такие. С деревянными камушками. Это тоже новье, видите, по подошве. Новье, не знаю, по-моему, даже не одевала. В общем, вот такие джинсовочки. Разве я могу отстать от моды? У меня даже есть кеды. И те гламурные, посмотрите, с какими бантиками. Видите, джинсовые кеды с бантиками. Ну, таких, наверное, нет ни у кого. Посмотрите. Смотрите, какая прелесть. Даже вот эти носочки к ним подходят. Видите, какие бантики. Та-ра-та-та. Та-та-та-та. Вот такие у меня даже есть. Так, девчонки. Очередные кроссовки. Но они джинсовые, вот такие вот, со шнурками, тоже высокие, как ботильоны. Ну, конечно, в этих уже не побегать ни на велосипед, только с чем-то пошарахаться вот на такой
высокой подошве. Девчонки, я уже устала, поэтому буду мерить по одному башмаку. Вот такие замшевые ботиночки. Тоже новье. Совсем, видите, с камушками. Я чертовски устала. Буду одевать по одному ботинку. Это значит осенние сапожки. Натуральная кожа. Ну, замш. Натуральный замш. Такие, как ковбойские. Очень даже симпатичный. Темно-синий такой насыщенный цвет. Вот. Сейчас покажу. Вот, видите. Вот такой формы. Вот второй сапог. Уже нет сил одевать. Поэтому по одному буду мерить. Девчонки, вот такие уги. Все в каменях, в звездах. Мех. Вот второй не буду одевать. Все цигейка, все натуралка. Очень даже. Очень даже. Пусть думают, что как бы молодежный. Ну, я же не старая. Очень теплый, ни грамма не скользкий для уг. Очередные зимние башмачки. Смотрите, все в каменях на такой подошве. Вот второй стоит. Лишь камушки, бантики, лепота. Девчонки, вот такие зимние ботильоны. Смотрите, на такой тоже подошва с блестюлечками. Где они у меня? Вот так вот смотрится. Вот тут замочек. Вот второй. Девчонки, очередные красивые ботильончики зимние. Вот видите. Вот такие вот все переливающиеся. Такие, девочки, очередные уги. Зимняя обувь продолжается. Девочки, серенькие ботиночки зимние, тоже все натуралка. Внутри овчина, натуральный замш. Естественно, все натуралочка. Девочки, очень удобные зимние ботильончики. Кожа натуральная, смотрите, какая пяточка. Все очень мягкие, прям как вата. В них нога просто отдыхает. Замшевые вот такие коротенькие. Вот второй ботики. Ой, замшевые, говорю, зимние. Зимние, кожаные. Все натуралка. Посмотрите, все овчина. Просто шикарные. Девчонки, это тоже зимние сапожки. Тоже все натуральное. Кожа, замш. Мех. Хочу вам показать. Овчина. Мех, овчина. Вот такие вот ботиночки. Очередной шедевр. Уги натуральные. Вот с такими вот носиками, смотрите, как сзади, как симпатично, видите, у них все натуралочка. Такие уги. Девчонки, эти уги мои самые любимые. Ну, естественно, тоже все цигейка. Вот эти каменья. Золото, бриллианты. Вот такие зимние уги. Такой вот формы. Девчонки, ну это уже дутыши. Ну зимние, естественно. Дутыши у меня много. Ну тут они попались, одни в короткие, в коробке. А у меня они лежат все в мешках, убраны.
Поэтому покажу в следующий раз. Ну, вот такие уги. Это только уже, наверное, конечно, гулять с собакой. Такие уже, мне кажется, уже не носят. Но они у меня тоже за каким-то хером пролежали. Не знаю. Может, мода вернется. Потому что здесь такой шикарный енот слежался, конечно. Это надо все в сугробе походить, и все отляжется. Такие вот есть. Даже есть зимние на каблучке. Вот так вот они выглядят. На каблучке. Видите, тоже впереди с таким шикарным бантиком. Бантик тут слежался, не поправила. Вот посмотрите. Натуралочка, все, цигеечка. Не знаю, смогу ли я на таком каблучке ходить, но смотрится очень культурно. Ну, на случай там на какой-нибудь, может быть, там на свадьбу, например, стоять где-то красиво. Думаю, пригодятся. Смотрите, даже есть зимние луноходы. Куда я в них пойду, не знаете? Куда я в них собралась? Ну, буду хоть с собакой гулять. Ночью во дворе маньяков отпугивать. Девочки, еще одни сапожки зимние. Вот с такой вот пяточкой. Как показать-то, смотрите. Короче, вот он у меня стоит, смотрите. На пяточке такая корона. Такая подошва. Вот такие сапожки черные, замшевые тоже все. Естественно, все натуралочка. Что внутри, что снаружи. Очень гламурненькие. Такие вот красавочки. Не правильно, не кидай там, понимаешь? Нет. Такие красавочки. И все.